Вейкборд – это молодой, но очень интересный и зрелищный вид спорта, который быстро набирает популярность как в нашей стране, так и во всем мире. Вейкборд подходит для тех, кто получает удовольствие от скольжения на специальной доске по воде, кто уверен в своих силах и способен делать прыжки и различные трюки. Лучшие спортсмены со всей страны приехали в Славянский район на 12-е открытое первенство России по кабельному вейкборду далеко не случайно. Здесь уже больше года работает открытый в Маевском сельском поселении вейк-парк СНК. Созданы все условия для соревнований самого высокого уровня. Торжественное открытие первенства прошло в непринужденной дружеской обстановке. Провели первое соревнование, тогда уже это всегда необходимо перед тем, как принимать более значимое соревнование, как первенство и чемпионат. Очень тепло и радушно, тут классно, и я думаю, большинства, если не почти у всех, очень позитивные эмоции. В вейк-парке на водной поверхности размещены трамплины и другие плавучие либо стационарные фигуры, на которые спортсмены заезжают во время движения по кругу. Это поистине захватывает, когда участник первенства взлетает в воздух, демонстрируя свое мастерство. Многократная чемпионка России по вейкборду Мария Волгина уверена, что это самый красивый и перспективный вид спорта. Мы начали выезжать на чемпионаты и первенства, и я уже с самого детства была в лидерах. Но на самом деле, если бы не наставничество моего отца, я бы не добилась таких успехов, потому что без него у меня бы не было бы такого контроля и такого уровня катания. Гостеприимство здесь мне очень нравится, то есть все пожелания учитываются, все необходимое предоставляется, очень комфортные условия для тренировки и также для соревнований, то есть в этом плане здесь все отлично. А по поводу моей подготовки к чемпионату, то есть я уверена в себе, и моя главная задача – откатать то, что я умею, и, конечно, смогу побороться за лидерство. Артемий Михайлов из города Иваново совсем еще юн, но уже сумел зарекомендовать себя с лучшей стороны в своей возрастной категории. Наш вейк-парк ему очень понравился, а он видел уже многие. И очень нравится, как делать трюки, то есть это чувство. Мне нравится сам парк, этот очень хорошая тяга, кольцо, фигуры. Сам я с Иваново, это 300 километров от Москвы. Мы сюда с командой своей приехали за 3 недели. Тут тренировались и оттачивали трюки, которые я буду делать на самом чемпионате. Я умею много разных трюков. Борьба за лидерство в ходе соревнований была очень напряженная. По итогам первенства были определены и награждены победители и призеры в 7 возрастных категориях. Мальчики до 11 лет, юноши до 14 лет и девушки того же возраста, юниоры и юниорки обе категории до 18 лет, а также мастерс мужчины и женщины в возрасте от 30 лет. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».